За рулем автобуса Александр Цаплин больше 30 лет. Ездить приходилось на разных машинах. Рассказывает, когда весной этого года получил новый ЛиАЗ, и работать стало легче. Автобус идет плавно, в управлении легкий, в кабине для водителя созданы все условия. Хорошо, кабина отдельная. Вот тепло зимой будет. Как в салоне будет, не знаю, но здесь тепло будет у водителя. Во-первых, отдельно, я закрываюсь, никто мне не мешает. В этом году автопарк муниципального предприятия «Пассажиравтотранс» пополнили 82 автобуса. Они начали курсировать на маршрутах номер 1, 34 и 50. Машины низкопольные, оснащены откидной аппарелью для удобства маломобильных граждан. Работают автобусы на газомоторном топливе, поэтому гораздо экономичнее и экологичнее дизельных. Качество новых машин высоко оценивают и самарцы. Отлично, удобно, комфортно, тепло. Чисто всегда. Кондукторы все хорошо обращаются, всегда спокойно очень. Старые автобусы, которые в союзное время остались, их надо менять, думаю. Как вот этот большой автобус. Вот таким, да, побольше. Менять надо их. Обновление автопарка стало возможным благодаря участию в программе государственного софинансирования. Самара стала ее участником по инициативе губернатора Николая Меркушкина. В планах городских властей до конца года закупить еще 43 автобуса. Лариса Шалафаст, Максим Гусев. События.